Тема общественного контроля была одной из самых популярных и обсуждаемых в парламентских кругах разного уровня в минувшем году. Не теряет она своей актуальности и сегодня. Депутаты Госсовета Чувашии в первом чтении приняли документ, расширяющий полномочия общественности во взаимодействии с органами власти и должностными лицами. О том, насколько важен законопроект для общественности региона и о схемах его реализации на практике, рассказал член Общественной палаты Чувашии Анатолий Князев. Закон он достаточно ожидаем, и я думаю, он внесет определенную, так сказать, порядок в деятельность общественных объединений, общественных организаций в части общественного контроля. В этом законопроекте предполагается, во-первых, что будут формироваться общественные советы при различных государственных органах с участием, причем, Общественной палаты Чувашской Республики.